Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Невероятные фото и фотокартины, которых не должно быть». Значит, нашел интересную вот такую книгу, которая рассказывает, значит, о мундирах и военной форме. И нашел я в этой книге, значит, довольно-таки интересные фотографии, которых как бы и не должно быть. Ну, так, чтобы вы понимали, в чем, собственно, дело, я хочу вам... Оставлю я вот ссылку на ролик моего коллеги, канал Валерий. У него есть вот такой ролик «Фотокартины от великого Леонардо». Картины Леонардо да Винчи слишком реалистичны, чтобы быть настоящими. Сегодня интернет пестрит статьями об уникальной технике живописи Леонардо да Винчи. Утверждается даже, что он открыватель нанотехнологий. Но действительно сильнее всяких фантазий. Похоже, свои картины он не всегда рисовал. Вот, значит, чтобы вы понимали, о чем идет речь, вы должны посмотреть вот этот вот ролик Валерия. Значит, давайте я вам покажу еще одни такие вот интересные картины, которые я, значит, две картины я их заснял в Крыму, в храме Херсонес Таврический. Ребята, конечно, вот фотография не передает, но когда я их увидел, я обалдел. Вы понимаете, она больше похожа на плохую фотографию, чем на хороший рисунок. Это так, они такие реальные, это просто обалдеть можно. Вот это значит святой пророк Моисей вот здесь нарисован. Так, не туда. Обратите внимание на глаза и обратите внимание, а это значит святой пророк Аарон. Обратите внимание, ну обалденная, значит, эта картина. Я же вам говорю, она больше похожа на плохую фотографию, чем на хороший рисунок. Вот, значит, поэтому сейчас мы с вами будем рассматривать эти самые фотографии. Так. Вот в этой интересной книге, значит, смотрите, обратите внимание, книга, значит, идет о военной форме. Смотрите, сидит римлянин, но сидит он возле пушки почему-то. Не знаю, может, это коллаж такой. Поехали. Значит, вот, много здесь есть формы. Я видел там кунгуров разбирал, значит. Рекомендую вам переслать, кто хочет, ему эту книгу, пускай он разбирается, он больше соображает в этой самой форме. Здесь вот тут вот, сейчас оно должно перевести на русский. Эх, ну ладно, поехали дальше. Здесь вот, значит, есть откуда, кто они, как называются, чья форма, каких войск вверху. Перевод есть, ну что-то он тормозит. Ну ладно, поехали дальше. Я просто когда смотрел, гляжу, ё-моё, это та же самая технология, то есть рисунки настолько, ребята, реалистичные. Обалдеть можно. А потом раз и нахожу вообще невероятные фотографии 1720 года. Это обалдеть можно, когда она открыта. Фотография 1840 что ли, или 39, ну неважно. Короче, за 100 лет до открытия фотографии стоят фотографии. Ну, конечно, вы скажете, это все как бы, как его... Ах, ёлы-палы. Реконструкция. Но
посмотрев, Валерин, вот этот ролик, блин, и когда я увидел те фотографии, все, то думаю, все очень даже может быть. Так, вот смотрим. Смотрите, какой-то гришпанец в 1564 году с двуглавым орлом. Фотографий очень много, ребята, поэтому я вам донесу всего лишь суть, а дальше вы уже будете смотреть сами. Фотографий там сколько сейчас, давайте посмотрим, сколько их там этих фотографий, ой, рисунков. Так. Ох, ё-моё, 31 260 штук. Так что, ребята, смотрите. Скорее всего, там далее есть даже и, наверное, русская форма, русские войны. Все вы это можете посмотреть. Вот, значит, гусары. Вот тут. Обратите внимание. И главное, вот написано гусар, а где написано гузар? Ну, здесь, конечно, перевод-то не очень, как бы. О, обратите внимание, ребята, вот вам фотография. Так, кто это? Кирасир, 1701 год. Видите, да? Как это может быть, если фотографии придумают только через 140 лет? Так, поехали дальше. Смотрим, много-много, смотрите. Так, давайте обратим внимание, что там на флаге. Золотой флаг с драконом или с орлом. Так, давайте, чтобы ролик не затягивался, хочу вам по-быстренькому. Сейчас я дойду и покажу еще и реалистичные рисунки. Это я вам, вот, и опять фотография, смотрите. Так, какой год? Так, тут нету года. Тридцать одна тысяча рисунков. Смотрим. Видите, да? Фотография 1650. Опять фотография какой? 1730. Книга сама непонятно какого года. Так, сейчас, ребята, не хочу вас отвлекать и затягивать ролик. Сами можете все посмотреть. 31 тысячу, короче, рисунков я вам показывать не буду. Я вам хочу тут дойти до одного интересного рисунка. Ну, прям обалдеть. О! Вот они пошли, ребята. Смотрите. 1696. Вы посмотрите, какой он реалистичный. Ну, даже Мурло у него, блин, как на фотографии. Вы посмотрите, обалденные рисунки. О! Этот нет, это уже рисунок, похоже. Во! Смотрите! Ребята, ну невероятно просто! Вы посмотрите, лица как! Ну, офигеть можно! 1696-й. Видите, да, о чем я говорил? Это скорее всего на плохую фотографию, чем на хороший рисунок похоже. Обратите внимание, обалдеть можно. Посмотрите на лица. Посмотрите. Удивительно. Так, опять, вот они. Видите, да? Ну ладно, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Присылайте свои находки и смотрите 31 тысячу интересных
рисунков. Спасибо за внимание. До свидания.